приступить к массовому восстановлению автомобильных дорог. Такое поручение профильным чиновникам дал губернатор области Валерий Радаев. По мнению главы региона, в первую очередь реконструкцию должны проводить на тех дорогах, которые связывают сразу несколько сел или имеют выход в другие регионы. Также в приоритете магистрали, обслуживающие маршруты общественного транспорта и школьных автобусов. В настоящее время все подготовительные работы к предстоящему ремонту уже завершены, и дорожники ждут благоприятных погодных условий. Максимально должны люди почувствовать, что мы приступили к работе как в городах, так и территориально на всех дорогах. Поэтому есть самые тяжелые участки, вы о них хорошо знаете, которые соединяют и выходы наши на прилежащие другие территории. И они много сел через них проходят, то есть дорога проходит через некоторые села. И нам принципиально важно, что вот такие вот отдаленные надо в первую очередь восстанавливать.